to apologize for being a little late today. Я хотел бы извиниться за то, что я немного задержался сегодня. We made a special trip to visit Lakina and his parents. У меня была необычная поездка. Мне нужно было посетить родителей Лакин Ани. Who had a little concern about Krishna consciousness. У которых были некоторые опасения насчет сознания Кришны. And they're about my age, they're in their 60s. И им примерно, они примерно моего возраста, они около 60. So I made a long trip there to assure them that his daughter made a very good decision in joining the International Society for Krishna Consciousness and following all of our practices. И я поехал туда, нашел время для того, чтобы убедить и успокоить их, что их дочь приняла верное решение, вступив на путь в сознание Кришны. Они очень хорошие, замечательные люди. Mother was in the military for 27 years, and our mother's a lawyer. И мама у нее юрист, а папа служил в армии на протяжении 27 лет. So they're very, very nice people, and we had quite a long discussion about everything. И они замечательные люди, и мы увлеклись разговором, обсуждая все. And I can say we touched their hearts. И я думаю, что нам удалось затронуть их сердце. Sometimes the personal touch in life is the most important. Как правило, личностный подход в жизни является самым важным. If you're a Sankirtan devotee that are distributing books, you know what I mean. It's easier to distribute books just by going out and meeting people than just putting them on the shelf. И если вы преданы Санкиртану, то вы прекрасно понимаете, что выйти на Санкиртану вам проще распространить книги, чем если они просто стоят на какой-то полке магазина. So I spent about 2 hours there. И мы провели там около 2 часов. And the success was at the end that her father is a military man. And thank you very much. И показателем успеха прошедшей встречи было то, что ее папа, будучи военным и очень строгим, с радостью сжал мне руку. Потом мы по-мужски обнялись. А мама, она тоже в сердцах обняла меня и поцеловала. Я подумала, что это первая женщина, которая за 43 года меня поцеловала. So like this, if we reach out to others and with a goal of helping them appreciate Krishna consciousness for what it is, then they're naturally touched because, as George Harrison the Beatles said, everyone's a devotee of Krishna. Some know it, and some don't. И так и происходит, когда мы проявляем какой-то личный аспект и лично заботимся о ком-то, то люди откликаются. Например, как пел Джордж Харрисон в своей песне, что на самом деле все люди являются преданными, просто кто-то уже знает об этом, а кто-то еще нет. And they were very happy because Bhaktivinoda agreed to give up her raw food diet, which has been on for 2 years, and take Sri Sri Bhagavan. И также они были очень счастливы услышать о том, что Бхактивинода решила согласилась закончить свою сыроедческую диету, которую она придерживалась на протяжении 2 лет, и вкусить настоящего Кришна Бхагавад Прасада. It really made the parents happy because they were really against the raw food diet, so they considered me like a saintly person that was able to convince me to give up raw foods. И ее родители были категорически против ее сыроедческой диеты, поэтому в их глазах я был практически уникальным святым, который смог спасти их дочь от верной гибели. And Raja Mehta, David Dasi, my secretary, she also agreed to give up her raw food diet 2 days. И врач Андрей Дасси, который является моим секретарем по России, также согласилась отказаться от сыроедческой диеты. Кула, Джимана, Халада, Суэта.
see us eating and say, take prasada to your full satisfaction. И когда Шрила Прабхупада встречался с нами, он часто после лекции говорил нам, а теперь примите прасад до своего полного удовлетворения. One time Prabhupada described prasada as Lord Chaitanya's secret weapon. И однажды, много раз Шрила Прабхупада описывал прасад как секретное оружие Господа Чайтаньи. People may not be so inclined initially to the philosophy. И иногда люди не расположены к нашей философии изначально. Or they may not be inclined to chant with us. Или, возможно, они не хотят воспевать вместе с нами. But who can resist the Hare Krishna kitchen? Но кто может устоять перед кулинарией нашей? I was on a plane one time flying from, I think, New York to London or something. И однажды я перелетал, это был полет, по-моему, из Нью-Йорка в Лондон. And I was on the window seat and the aisle seat was free. И я сидел рядом с окном, а сиденье рядом со мной у прохода было свободно. So suddenly the captain of the airplane came out of the cockpit and started walking down the aisle. I was thinking, who's flying the plane? И вдруг неожиданно капитан корабля вышел и прошелся по самолету. И вдруг я подумал, подождите-ка, а кто же сейчас рулит? So he sat down next to me. И он присел рядом со мной. And I said, Captain, who's flying the plane? He said, the co-pilot, don't worry. Я первое, что спросил, товарищ капитан, товарищ пилот, а кто же руководит полетом? Он сказал, не волнуйся, he said, I saw он на автопилоте. He said, I saw you sitting here with a big smile on your face, and I wanted to know what makes you so happy. И он сказал, что я увидел, что ты сидишь здесь, и на лице твоя огромная улыбка. Поэтому я вышел сюда для того, чтобы спросить, от чего это. So I said to him, do you know anything about our movement? И тогда я сказал ему, а вы что-то уже знаете о нашем движении? I know you guys. You're the, let's see, you're not the Christians, you're not the Muslims, you're the, oh yeah, you're the kitchen religion, right? И он сказал, да знаю я вас, ребята, вот не помню, как называетесь, ни христиане, ни мусульмане. А, это религия, которая с кулинарией связана. Because everywhere I go, all over the world, you have restaurants. And I go to your restaurants and I eat, but I never bother to inquire. But after eating so much of your food, something's come over me. I want to ask questions. Потому что я знаю вас, куда бы я ни полетел, везде по всему миру разбросаны ваши рестораны. Я всегда приходил туда для того, чтобы покушать, но никогда не удосуживался спросить вас о вашей философии. Но что-то произошло со мной. Чем больше я ел, тем больше теперь у меня возникает желание. So this is the miraculous effect of prasada. This is the miraculous effect of prasada. This is the miraculous effect of prasada. Miraculous effect of what? Of prasada. Это волшебное действие прасада. Because we were preaching, she didn't have lunch. So she's tired. The balloons are okay. One time we were, Prabhupada gave a darshan on the lawn outside of our castle at New Mayapur in France. И однажды проходил обед на лужайке в одном из наших храмов в Лондоне. It's about 300 devotees there. И на лужайке собралось около 300 преданных. So the darshan finished and Prabhupada said, you know, well, the arrangement was that Prabhupada would go back up to his room and all the assembled devotees would take prasadam on the lawn. И все было сделано так, что Прабхупада отправился вверх в свои комнаты, а преданные должны были вкушать прасад. So Prabhupada got up and he went into his, back to his quarters upstairs, but he left his charger on the asana. И Прабхупада отправился вверх в свою комнату, но на асане он позабыл свой чадр. So the temple president, he said to me, he said, could you take Srila Prabhupada, give him his charter back? И президент общины попросил меня, мог бы ты отнести наверх чадр Шрилы Прабхупады. So the devotees are starting to serve prasadam and, you know, I went upstairs to Prabhupada's room and I knocked on the door. И преданные начали вкушать прасад, а я поднялся с этим чадром наверх и постучался в комнату Прабхупады. And there was no answer. Но никто не ответил мне. So I thought, well, maybe Prabhupada's resting, I'll just place his charter on his table.
Я подумал, возможно, Шрила Прабхупада уже лег отдыхать, поэтому я осторожно войду и оставлю его чадр. And Prabhupada was, there were these big windows in his room, and from his windows, he could see outside on the lawn where all the devotees were taking prasadam. Я постепенно открыл дверь и в дверной проем увидел, что Шрила Прабхупада стоит около больших окон, широких окон в этой комнате, из которых открывается вид на преданных, которые почитают прасад. So I just kind of quietly went in and put the chadar there, and just because Prabhupada was so attractive, so transcendentally attractive, he's very effulgent. I was just looking at Prabhupada before I stepped out of the room, and then Prabhupada turned around. Я очень аккуратно, по-тихому зашел в комнату для того, чтобы занести этот чадр, и хотел было уходить, но вдруг я посмотрел на Шрилу Прабхупаду. Он был такой привлекательный, он сиял, и когда я застыл и смотрел на него, он повернулся. I was shocked he had these tears flowing down his eyes like that. He looked at me and he said, "Let them take prasad." И когда он повернулся ко мне, я увидел, что на его сияющем счастливом лице текли слезы. И он произнес следующую фразу: "Пусть они вкушают Кришна прасад." Understanding the transcendental potency of prasadam, he was so happy to see the devotees making spiritual advancement by properly respecting prasadam. Понимая трансцендентное могущество действия Кришна Махапрасада, он понимал, что преданные должным образом, почитая прасад, духовно прогрессируют. And you know the fourth verse of Guru Vashtakam glorifies the spiritual master who takes great pleasure seeing his disciples take four types of prasadam. You know that verse, you sing it every morning. И помните, в Гуру Ваштакам в 4 стихе описывается, что Гуру очень доволен, что ученики почитают 4 вида прасада. И прасад является секретным оружием. One time I was flying with Prabhupada on an airplane. Однажды я летел вместе со Шрилой Прабхупадой. It was the first time I was able to be with Prabhupada like alone. Это было впервые, когда я был совершенно один вместе со Шрилой Прабхупадой на борту самолета. We were flying from New York City to London. Мы летели из Нью-Йорка в Лондон. And we got to the airport, and we were the first persons to check in. И мы приехали в аэропорт, и мы были первыми на стойке регистрации. So I was helping Prabhupada, you know, check in, and get his luggage there, and so forth, and then we went to the through immigration, and we went to customs. You know, they check your belongings. И я помогал Прабхупаде зарегистрировать его сумки, поставить багаж, и мы первые подошли к таможне. And the customs official, the policeman, he was really rough with Prabhupada. И этот таможенник, который там служил, он был очень груб по отношению к Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада always carried a little white bag, a little small bag like that, with a little handle. Everywhere he went. И куда бы ни отправился Шрила Прабхупада, он всегда путешествовал с небольшой белой сумкой. It had his valuable things there, and he wouldn't let anyone else hold it, because we were all just young kids, and we weren't very responsible, so he wouldn't give us the bag to hold. We'd probably lose it. И он никому не доверял нести эту сумку, всегда сам заботился о ней, потому что на тот момент мы были юные, молодые люди, наверняка бы ее потеряли. So he kept it very close like that. So he put it up on the table for the customs man to inspect it, but the lock was jammed and Prabhupada couldn't open it. И он поставил эту сумку на стол перед таможенником, но не смог ее открыть, потому что замок заело. So the customs official was ready. He said, "Open that bag right now." To Prabhupada. И таможенник был очень жесткий по отношению к Прабхупаде и сказал: "Открой эту сумку сейчас же." And I leaned over and said, "If you speak like that one more time to my spiritual master, I'm going to break your face." И я подошел и тоже сказал, что еще раз так поговоришь с моим духовным учителем, и я тебе лицо разобью. So the customs guy, "I thought you Hare Krishnas were non-violent." На что таможенник удивленно заметил: "А я думал, что вы Hare Krishna против насилия." "Just wait and see." На что я сказал: "Ну давай, хочешь проверим?" So he said, "Then you open it." И тогда он обратился ко мне: "Тогда ты открой." I'm like,
wow, that's what I always wanted. I stood up to defend my spiritual master, and Krishna rewarded me with the option to open up that little white bag. What's in there? Я поднялся для того, чтобы защитить своего духовного учителя, и Кришна тут же вознаградил меня, открыв мне секрет, который я давно хотел узнать. So, by Krishna's arrangement, Prabhupada said, all right, so then it opened like that. И по милости Кришны я подошел к этой сумке и тут же открыл замок. And I looked at the heavens and I said, Krishna, you're so amazing. Я посмотрел в небо, обратился к к облакам и сказал, что Господь, ты прекрасен. And I opened it. И я открыл эту сумку. It was like, for me, it was like a treasure chest. Для меня это было подобно сундуку с сокровищами. Tadiya means something that's in relationship to the deity or something that's in relationship to a holy person, a celibate. Тадия — это означает тот предмет, который связан с божествами, либо же со святым человеком в саду. It's as sacred as the person who owns it. И он является по-настоящему священным. Like we wear the garlands of the deities. Например, мы носим, почитаем таким образом гирлянды от божеств. Sometimes we're given the cloth of the deity. Иногда нам дают махапрасадную одежду божеств. Something like that. It's tadiya, it's in relationship to the deities. Это тадия, это тот предмет, который был в пользовании божеств. So there was no money, there was no jewels, there was no gold. But there was something much more valuable. These were the personal possessions of my spiritual master. И там не было золота, бриллиантов или каких-то украшений, но это для меня все имело гораздо большую ценность, потому что эти предметы являлись личными предметами моего духовного учителя. I started going through everything. Prabhupada's second set of glasses. There's some Prabhupada's japa beads were there. A photo of his spiritual master, Bhaktisananda Saraswati Thakur. И я внимательно осмотрел все предметы. Там была вторая пара очков Шрилы Прабхупады, его дополнительные четки, а также изображение его духовного учителя. Там же хранился его паспорт. Я открыл его. И там было написано, где имя. Место проживания Вриндаван, Индия. And then it said something really amazing. It said occupation. И потом я прочитал что-то совершенно удивительное. Там была такая графа, это работа или профессия, занятие. You know, when you travel, you have to when you go to a foreign country, you can tell them what you occupy. You could have a teacher or farmer or businessman. So I said, what did Prabhupada write for occupation? И мне было очень интересно, что же Прабхупада написал там, потому что обычно род деятельности указывается нами, это мой учитель, землекерец, банкир или еще что-то. А что же написал Прабхупада как свою профессию или род деятельности? Tears came to my eyes. И мои глаза наполнились слезами, когда я прочитал то, что написал Шрила Прабхупада. Occupation. Занятие. He wrote in his own handwriting. Servant of His Divine Grace, Srila Bhakti Shunanta Saraswati Thakur, that's his occupation, his servant of the Guru. And он прописал там, слуга его божественной милости Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура. A few times in my travels, I've tried to do the same thing when I enter, like Brazil. I wrote, servant of AC Bhakti. He said, what is this, servant of AC? What is your profession? Servant of my Guru. No, what is your profession? Servant of my group, write something logical down. Okay, I wrote servant. Я несколько раз пытался копировать это и повторять. Я когда прилетел в Бразилию, тоже попытался написать, что я слуга Шрилы Прабхупады, на что таможенники сказали, нет, давай ты что-то более логическое здесь напишешь. So then, the customs guy said, you're not supposed to look in there, I'm supposed to look in there, turn it around. И тогда таможенник сказал, что да вообще не ты должен осматривать, а я, так что подвинь поближе сумку ко мне. Oh, sorry. Извините. And then he slammed it shut and said, all right, go. И после этого он закрыл и сказал, хорошо, вы свободны. So then we started walking towards the plane wasn't that far from the boarding gate. Many other people were behind us, but they hadn't checked in yet, so it was just me and Prabhupada walking to the plane. И мы были недалеко от самого борта самолета, и люди еще все не зарегистрировались, и поэтому мы были практически одни. And as we were going along, Prabhupada was talking to me. I was so nervous.
И когда мы шли, Шрила Прабхупада стал говорить со мной, я очень сильно нервничал. It's actually good to be nervous in front of one's spiritual master, because it means you see him with awe and reverence, you see him as an authority, someone who can direct you in spiritual life. На самом деле это хорошо нервничать в присутствии своего духовного учителя. Это означает то, что вы воспринимаете его авторитет и готовы следовать ему. So Prabhupada said to me, go, Indriduna. You see these materialistic people, they have no good qualities because they're hovering on the mental plane. He was speaking about how rough the inspector was with us. Do you understand? Он повернулся ко мне и сказал, ну что, Индрадюмна, ты понимаешь, что у материалистов совершенно нет никаких хороших качеств, потому что они полностью находятся на платформе ума. Ты понимаешь это? Он имел в виду таможенника. He's asking me a question. Он задал мне таким образом вопрос. Do you understand how by associating with material energy, one doesn't develop good qualities, one develops bad qualities? Общаясь с материальной природы, мы развиваем не хорошие качества, а дурные. Like lust and anger and greed. Вожделение, зависть, гнев. So he said, so do you understand? И он спросил меня, ты понимаешь это? I was so nervous. Yes! Я настолько нервничал, что вскрикнул, да. Prabhupada. We walked a little further. He said, oh, do you understand how by associating with the mode of ignorance and the mode of passion, one's good qualities are covered? Do you understand, Indriduna? И тогда Шрила Прабхупада понял, что я ответил поспешно, и он сказал, Индриддюна, ты точно понимаешь, что от соприкосновения с гуной невежества и страсти хороших качеств не прибавляется? Yeah, yes! Да. We walked a little further. Prabhupada stopped. He said, just try to understand. All of us have good qualities, being spirit souls, being part and parcel of God. We have godly qualities. But by associating with this inferior energy, we become covered over. Do you understand? And it clicked. I said, yes, my dear spiritual master, I understand. Thank you. И тогда, в третий раз, когда мы немного прошли, он снова повернулся ко мне и сказал, просто постарайся понять, что мы все являемся частицами Господа, и поэтому у нас изначально есть все хорошие качества, но от соприкосновения с материальной природой мы деградируем. И тут что-то щелкнуло во мне, и я наконец-то понял. Я сказал, да, я понял, спасибо, дорогой духовный учитель. В ведической культуре, в ашраме, в гурукуле, спиритуальный мастер would say something three times to the student. И в ведическом ашраме существует такая традиция, что учитель обращается к ученику, говоря ему важные вещи три раза. The first time the student would assimilate that knowledge. И первый раз ученик ознакомится с этой темой. The second time the spiritual master repeated the same knowledge, the disciple would understand it. И повторив в следующий раз, духовный учитель помогает ученику понять это знание. And the third time the spiritual master repeated the same thing, the disciple would realize it. А третий раз, когда духовный учитель повторяет знание, то это знание для ученика становится реализованным. Prabhupada said the same thing to me three times. Okay, now I understand, Prabhupada. И после того, как Шрила Прабхупада повторил это мне три раза, я наконец-то реализовал это. So we boarded the plane. Мы зашли в самолет. And we were the only ones on the plane. И мы на тот момент были лишь одни. And Prabhupada looked at me and he said, so, prasadam? И тогда Шрила Прабхупада повернулся ко мне и сказал, ну что, давай просад? What? Where is my prasad? Он повернулся и сказал, а где мой просад? You know, the cooks hadn't given me anything to take for Prabhupada, they were late. А повара, они задержались и ничего не дали мне с собой для Прабхупады. So I was like, oh no, but one Mataji had given me a bag of oranges. Но одна, я подумал, что, о нет, но я вспомнил, что одна Матаджи успела дать мне пакет с апельсинами. This is Boga, she said. И она прокричала в конце, что это Бога. Ты должен сначала Кришне предложить. Well, I'll offer it to my spiritual master. Я подумал, ну я сейчас предложу все это моему духовному учителю. There was a paper plate and there was a knife. In those days you could carry knives. И я открыл, там были апельсины, и также там был нож. В те времена еще разрешалось на борт самолета приносить нож. So I said, oh, Shri Prabhupada, would you like some fruit?
yes. Я сказал, о, Шрила Прабхупад, хотели бы вы почтить немного фруктов? Он сказал, да. So I took the fruit, I took the oranges and I cut some of them into quarters. И я взял несколько апельсин и разрезал их на четвертинки. And then I very respectfully stopped looking at them. Я очень уважительно протянул их Прабхупаде. I could hear him. He would take the orange and he'd suck the juice out of the orange, put the peel back onto the plate. Я слышал, как он брал только апельсины и высасывал весь сок из них, оставляя на тарелке лишь сами корки. I think they were like 12 pieces. Я думаю, что там было около 12 штук. And he finished them all. И он все их съел. There was just the rind, we call it, and it was just the peels there. И там остались только шкурки. So he said, so, Indradyumna, you will take prasad? И тогда он сказал, итак, Индрадюмна, а ты-то будешь прасад? And like a neophyte devotee, I said to Prabhupada, no, Prabhupada, you eat everything. И будучи неофитом, на тот момент я сказал, нет, Прабхупада, вы же все съели. So then he smiled and he said, no, there's maha, maha. Он сказал, нет, тут еще остался маха, маха прасад. So they went, oh, wow. And I was like, so, just, you know, I took the plate and I started eating the orange peels. Я был настолько счастлив, что я схватил тарелку и стал есть корки от апельсин. You know, you're supposed to just suck whatever's left, but in my enthusiasm, I began to eat the whole orange peel. It was burning my lips and my tears were crying. Oh, this is really good. И по идее я должен был лишь почтить остатки того сока, который еще был в апельсинах, но переполненный энтузиазмом, я принялся быстро есть эти корки. Таким образом, вскоре у меня все, лицо щипало, из глаз катились слезы. So I looked over at Papa and he was... Он посмотрел на Прабхупаду, он очень удивленно посмотрел на меня и прокомментировал, но не так же. I already eaten half of them, so I took the other ones and I put them in my pocket, and my pocket got all wet and the juice was running down my leg. And then the air hostess said, sir, is everything okay? На тот момент, до комментария Прабхупады, уже половину апельсин, корок от апельсин съел, остальную половину засунул себе в карман, отчего промочил себе полностью весь бок. И стюардесса, к удивлению, спросила, гражданин, у вас все нормально? As she could see one of the orange peels sticking out, she said, can I take those for you? I said, no way. You don't know how much nectar is here. You know how valuable. She's like going, what? You don't understand. И увидев, что из кармана у меня торчат корки апельсин, она любезно предложила, давайте я заберу у вас. И на что я сказал, нет, ни в коем случае, ты вообще не понимаешь, сколько еще нектара там содержится. So, to make a long story short, I took those orange peels when I arrived to Europe. I dried them in the sun. Every day for Sankirtan, before I go to Sankirtan, I would eat just a tiny bit of the orange peels. It lasted me about 9 months. И когда я долетел до Франции, я просушил эти корки апельсин, и после этого перед Санкиртаном каждый день я вкушал небольшой кусочек этих махапрасадных корок апельсина, и мне хватило это таким образом на 9 месяцев. Remember what I told you this morning, or when I told you sometime the last few days. That the water that has washed the feet of a pure devotee, the dust of his feet, and the remnants of his food are the source of unlimited spiritual potency. И помните, я рассказывала вам, что пыль со стоп преданного, вода со стоп преданного, а также остатки еды с тарелки преданного являются источником бесконечного духовного прогресса. So then all the passengers board. Затем на борт вошли уже все остальные пассажиры. Another devotee came on and sat on the other side. Well, sat. There was three seats, so there was me, then that devotee, then Prabhupada. So this devotee sat in the middle. И пришел еще один преданный, и там таким образом сидел Шрила Прабхупада, еще один преданный и я. And boom, the plane takes off. И самолет наконец-то поднялся вверх. After about 2 hours, it's time for the movie.
И через два часа приходит время смотреть фильм. Close all the, you know, the shades and the windows. Вы закрываете все иллюминаторы. And then the movie starts coming on a big screen. И на большом экране начинается какой-то фильм. So I, you know, we don't watch movies, so I took out my Bhagavad Gita like this, and I couldn't see the movie. И так как мы не смотрим кино, поэтому я достал Бхагавад Гиту и демонстративно поднял ее у себя перед глазами таким образом, чтобы загородить экран. And I'm going to impress my spiritual master by controlling my senses. Vajradeva, Manasukuradeva, Jivadeva, Upashadeva. Я думал таким образом удивить своего духовного учителя и показать ему, каким образом я контролирую свои чувства. So just to make sure that Prabhupada saw that I was reading, not watching. I was going, Dehi nos men yadadi. Trying to get Prabhupada's attention. Мне очень хотелось привлечь внимание Шрилы Прабхупады, и чтобы удостовериться в этом, я очень громко повторял стих и затем наблюдал за реакцией Прабхупады. Видит ли он мое усердие? Sarva dharma paditya. Mom, come, Sarah, number hum, tum. I looked at Prabhupada, he was watching the movie. Я увидел, что Махарадж Прабхупада смотрел фильм. I started watching the movie. It was a movie about Charlie Chaplin. Я присоединился. Это был фильм про Чарли Чаплина. You know that comedian, silent movie. Это было немое кино, смешное, комедия. When Prabhupada was a little boy, when he was a toddler child, you know, three or four, his parents let him watch the funny stories of Charlie Chaplin. И когда Шрила Прабхупада был маленьким ребенком, ему было около трех или четырех, его родители показывали ему немое кино с Чарли Чаплином. So Prabhupada was laughing and laughing at Charlie Chaplin. И Прабхупада смеялся и смеялся вновь над действиями Чарли Чаплина. And then the movie finished, and you know the shades went up, and Prabhupada started chanting Japa. И я тоже старался поддержать смех. После того как фильм закончился, Шрила Прабхупада начал повторять мантру. So, you know, I think I'm supposed to watch movies. I said to the other devotee, I said, "Can you ask Prabhupada why we were watching?" И на тот момент я был уверен, что мы не должны ни в коем случае смотреть кино, поэтому я повернулся к преданному, который сидел раньше рядом, и спросил его: «А ты можешь узнать у Прабхупады, почему мы вообще смотрели кино?» He said, no, you ask him. И он сказал: «Да нет, лучше ты спроси его». И я сказал: «Ну я просто неудобно сижу, ты же рядом с ним, не хочется просто кричать». И тогда он спросил Шрилу Прабхупады, и я уточнил у него, ну что же он ответил? So Prabhupada gave a very interesting answer. И Прабхупада дал очень интересный ответ. He said, Krishna is the origin of all original things. И он сказал, что Кришна является источником всех изначальных вещей. Just like in the 10th chapter of Bhagavad Gita, it's called the opulence of the absolute. You can see Krishna in the beauty, the stupendous material nature. You can see Krishna's power even in the material nature. И как в 10 главе Бхагавад Гиты описывается могущество Кришны в этой материальной энергии. So Prabhupada said, as Krishna is the source of all original things, he said, so I was seeing Krishna in the original humor of Charlie Chaplin. What were you seeing? И как дальше он прокомментировал, что Кришна является источником всего. И когда я смотрел этот фильм, я видел Кришну в изначальном юморе, который присутствует, юмор, который есть у Чарли Чаплина. А что ты видел, что ты смотрел? И чистые преданные, они видят Кришну везде. So the plane landed in London. И самолет приземлился в Лондоне. And we went checked through immigration and customs and went to collect our bags. Мы прошли через таможню и пришли, чтобы забрать наши сумки. And one of Prabhupada's bags was missing. Одна из сумок Шрилы Прабхупады отсутствовала.
very important Bhagavan. He had all the books that he referred to for his translations, books by Bhaktivinoda Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, etc. in Sanskrit. The whole suitcase was missing. Огромный чемодан, в котором хранились все писания предыдущих ачарьев, с которыми сверялся и которые использовал в своих переводах Шрилы Прабхупады, отсутствовал. So one of the devotees who was greeting us, he said to Prabhupada, someone has to wait for that suitcase to come and they can bring it to the temple later. И те преданные, которые встречали нас, обратились к Шриле Прабхупаде и сказали, что кто-то должен остаться здесь и подождать, пока привезут ваш потерянный багаж. So when I heard that, I hid behind a pillar. И как только я услышала об этом, я тут же спрятался за колонной. There were a few devotees around. I didn't want to be the one to wait behind because I heard the Beatles were going to be at the temple. I wanted to hear Prabhupada's lecture, but I also wanted to meet Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr. This is the 70s, you know. Before you were born. И я тут же спрятался, потому что. Hare Krishna. Потому что там было еще несколько преданных, а я прослышал, что по приезде в храм Шрила Прабхупада, во-первых, будет давать лекцию, которую я хотел посетить, а там же туда приедет Битлз. Вот представь, я хотел всех их встретить. And I was so hungry. Because there was no prasadam, and all I had was orange peels. И также я был очень голоден, потому что, как вы поняли, прасадом меня не кормили, я вкусил только шкурки от апельсина. And I heard that Yamuna Devi, my god sister, was cooking a feast for the devotees of Srila Prabhupada, so I did not want to wait for that bag. Я услышал, что Ямуна Деви, моя духовная сестра, готовила превосходный пир для Шрилы Прабхупады и всех преданных. Поэтому по понятным причинам вы уже поняли, что оставаться и ждать какую-то там сумку я не хотел. So then, like one time Prabhupada said, I have my plan, you have your plan, but Krishna has his plan. Как Прабхупада однажды сказал, что у меня свой план, у тебя свой план, а у Кришны еще свой план. So the mother devotee said, Shri Prabhupada, who should wait? And Prabhupada said, that nice boy in Jujuna. I'm not a nice boy. I don't want to. И тогда, когда спросили, кто же может подождать, Шрила Прабхупада сказал, что ну вот тот замечательный юноша Индрадюмна может подождать. В тот момент я подумал, что я совсем не замечательный. I stepped out behind the pillar. Yes, Shrila Prabhupada, I'd be very happy to wait for the bag. He said, thank you. And they all left. Но вместо этого я вышел из-за колонны, за которой я прятался, и сказал, да, Шрила Прабхупада, я с удовольствием дождусь вашего чемодана. И представьте, он сказал мне спасибо, и они все ушли, оставив меня. There I was waiting for the bag, and it took 3 or 4 hours to come. И я остался там совсем один, они не могли найти этот чемодан, и мне пришлось ждать там около 3-4 часов. And I was like 21 at the time, I was big. Wrong boy. Could hardly lift the bag. И на тот момент мне было 21, я был очень высокий, хорошо сложенный, сильный молодой человек, но даже я мог с трудом мог поднять тот чемодан. I had to drag it outside to the taxi. The whole way I'm talking to the bag, you are such a nonsense bag. Why did you get lost? I'm missing the Beatles. I'm missing the Beatles. I'm like so tired. I'm talking to the bag. Hello. И несмотря на то, что я был силен, я не мог нести эту сумку, я тащил ее волоком до такси. Одновременно с этим я уже начал разговаривать с этой сумкой, ругаясь на нее. Дурацкая сумка из-за тебя, я и лекцию пропустил, и Битлз не увижу. И вообще пропади, все. И тут я понимаю, что ну здорово, дожился, уже с сумкой разговариваю. So the taxi driver opens the door, I throw the bag in. Hey, be careful with your luggage, he said. Таксист открывает мне дверь, я швыряю просто этот чемодан внутрь. Таксист удивляется, говорит, поосторожнее с чемоданом, да. Я говорю, да нет, жуткая сумка. So he says, where do you want to go? I said, seven Bury Place, make it quick. He said, you having a bad day, sir? I said, yeah. И тогда он меня спросил, куда ехать, я ему жестко сказала адрес. Таксист удивился, говорит, мужчина, у вас плохой сегодня день? На что я сказал, да. And we're driving along, I'm so hungry, my stomach's making a... He said, sir, are you hungry? I said, you better believe it, so I'm hungry.
И когда мы ехали, мой желудок настолько урчал, что это было слышно даже водителю. Он повернулся и говорит, похоже, вы еще и голодные. Точно, правду тебе говорю, голоден. So then we get to the temple. И тогда мы доехали до храма. Pouring rain. Лил дождь. Wind. Ветер. The temple's like 50 meters down the road. И мне пришлось идти от машины до храма, примерно 50 метров, таща за собой эту сумочку. Get to the temple, open the door. Я зашел в храм, открыл дверь. It's like the spiritual world. И подобно было тому, что я вошел снова в духовный мир. Hundreds of devotees. Там были сотни преданных. And they're all sitting there like, oh, that was a good feast. Они сидели там и говорили друг другу, о, как славно покушали, замечательно. I was looking at their plates, you know how the brahmacharis are. They're so hungry, they just like, you see their finger streaks to the ghee left on the plate, you know, there was like nothing left on any plate. They're all like, oh, I had 27 gulabs, I had 29. И вы знаете, как едят брахмачари? Вы смотрите на их тарелку и видите даже отпечатки пальцев, которые скользили по ги, когда они доедали все остатки. Их тарелки были пустые, они обменивались такими фразами, что «О, а я съел 27 гулаб-джамунов», «О, а я 26». So I said, hey guys, can you help me with this bag? И я обратился к ним и сказал, ну что, ребята, поможете с чемоданом? It's Prabhupada's bag. He has to go to his room. Where's his room? And they all went, it's a 5-flight of stairs. Take it yourself. We're too full. И я говорю, это чемодан Шрилы Прабхупады. Они говорят, где он живет? Они говорят, что 5 этажей вверх. Там неси, мы переели. So I said, okay, but is there any prasadam left? И тогда я в надежде сказала, а прасад-то остался? Oh, no. We ate everything. It was the best feast we ever had in our whole life. Мы сказали, нет, мы все подчистую съели. Это был лучший пир за всю нашу жизнь. I said, what about the Beatles? Are they still here? Beatles, they didn't come here. И тогда я спросил, ну а Beatles-то, они тут все еще? Они говорят, да нет, не приходили. I was so despondent. There was no prasadam. There was no Beatles. I missed Prabhupada's lecture. Я был полностью повержен, потому что не было просады, не было Beatles, я пропустил лекцию Шрилы Прабхупады. Я был уставший, голодный. So many austerities. Так много аскез совершил. I'm gonna cry right now. Я прямо уже сейчас готов разрыдаться. So I took the bag. Я взял этот чемодан. 5 flights of stairs. Поднял его вверх на 5-й этаж. And the burial place temple, you know, the stairs were like this. Это было старинное здание, и там были по кругу сделаны этажи. I got to the 5th floor, and then I saw this brass plate on the door. It said, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami. И я поднялся на 5-й этаж, и на одной из дверей увидел металлическую таблицу, которая носила имя Шрилы Прабхупады. So I was so tired, I didn't observe proper etiquette or protocol. I didn't even knock. I just opened the door and I walked in backwards, pulling the suitcase. Я был такой уставший, что не следовало никакому этикету. И я даже не постучавшись в дверь, открыл ее и начал задом пятясь заходить внутрь, таща за собой чемодан. That's not the way you walk into the room of your spiritual master. Но вообще не таким образом надо входить в покой или в комнату духовного учителя. All of a sudden I heard Prabhupada's servant said, he said, watch out, you're going to bump into Srila Prabhupada. И вдруг я услышал голос слуги Шрилы Прабхупады, который вскричал, осторожно, ты сейчас столкнешь Шрилу Прабхупаду. And I turned around, and there was Prabhupada standing in his gumption, getting ready for a massage. Я повернулся и увидел, что рядом со мной, совсем близко, стоял Шрила Прабхупада, он был в гамче и готовился к тому, чтобы принять свой вечерний массаж. And, you know, Prabhupada, he just had a gumption, and my first impression was, that's the most beautiful person I ever saw in my life. И когда я увидел его одетым в гамчу, первая мысль, которая пронеслась у меня в голове, было то, что это самая красивая личность, которую я когда-либо видел. It was mystical because Prabhupada was elderly, he was in his late 70s, but he always appeared to us to be like an eternal youth.
Это был удивительный опыт, потому что на тот момент Шрила Прабхупад был в своих поздних, ему было больше 70 лет, но для нас он всегда был полон юности. And he had this, like, effulgence. И у него было особое сияние. One time Prabhupada was walking across the road in London with his disciples, and one policeman grabbed the disciple and said, "Look, your teacher is glowing like the sun." Однажды Шрила Прабхупада шел на прогулке со своими учениками по улицам Лондона, и один человек, прохожий с улицы, регулировщик улицы, остановил одного из учеников Прабхупады и сказал: "Посмотри, ваш духовный учитель сияет подобно солнцу." Because for the pure devotee, there's no material desire that's covering the soul. His full spiritual effulgence is manifest. Потому что для чистого преданного его не покрывают никакие материальные желания, поэтому он сияет духовной энергией. So there was Prabhupada, right, like this far away. I was looking at him, and immediately I went down. Namo Srimadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devam Gauravani Pratayane. I saw that because I heard Prabhupada say one time, when offering obeisances to the spiritual master, you have to say the whole mantra or mantras, and you have to say them out loud. И тут же увидев Шрилу Прабхупаду, я стал приносить свои поклоны и очень громко повторять пранаму мантру. Однажды я услышал, что таков этикет, что когда вы приносите духовному учителю поклоны, вы должны вслух произносить его пранаму мантру. The other day I caught one of my disciples, he was offering obeisance, he went, Vantukalpa. He got up. He said, Vantukalpa to what? Where's the whole mantra? Where's the name of the guru? Vantukalpa. Pam-ho. Pam-ho. И недавно один из моих учеников приносил мне поклоны, и он сделал это таким образом, он произнес Ванчукалпа и принес поклон. И я призадумался, Ванчукалпа что, кому, про что речь, то есть не произнесено ни имя, не соблюдено ничего, что говорится в мантре. И зачем мы должны следить, это правильному следованию этикету в нашем движении. There's a few moments pause, all of a sudden, on my back, Prabhupada slaps me so hard, right here. И через какое-то время я почувствовал очень сильный удар. Шрила Прабхупада стукнул меня по спине, прямо вот сюда. Prabhupada was elderly, I was a young man. He almost knocked me out. И Шрила Прабхупада, он был в возрасте, я был совершенно молод. Но от этого удара я чуть сознание не лишился. But I thought if I ever got a tattoo, that would tattoo that hand mark there. Но в тот момент я подумал, что если вдруг когда-либо я захочу татуировку, то я точно сделаю татуировку отпечатка лотосной руки Прабхупады на своей спине. I don't have tattoos, I'm not into tattoos. И у меня нет никаких татуировок. Ничего вообще не скрываю там. The Prabhupada said something. И он ударил меня по спине, похлопал по спине, а затем сказал. And his lotus feet were right there on the ground. I was just like, oh, and I thought he chastised me. So I just waited there, and then the feet walked away. И после этого Шрила Прабхупада что-то произнес мне. Я не разобрал, что он сказал мне, показал, что он меня ругает. Я лишь смотрел на эти две лотосные стопы, которые были прямо передо мной. И потом я увидел, как эти стопы отходят от меня. So very carefully, very cautiously I stood up. И очень осторожно, с полной осознанностью я встал. Prabhupada had gone into his quarters to get his massage. А Шрила Прабхупада отправился к себе в комнату для того, чтобы ему сделали массаж. And my godbrother Nanda Kumar, who was acting as Prabhupada's servant, he looked at me, his mouth was open, and said, "Wow, I never saw Srila Prabhupada do that before, slap someone like that." И Нанда Кумар, который на тот момент выполнял роль слуги Шрилы Прабхупады, он стоял там с открытым ртом и удивленно сказал: "Ух ты, я никогда не видел, чтобы Шрила Прабхупада так кого-нибудь хлопал по спине." So I said, "Yeah, I know he's laughing." I said, "But what did he say?" И я сказал: "Да, сильно хлопнул." А потом я спросил: "А что же он сказал?" So Нанда Кумар said, "Oh, he says something very nice."
И Ананда Кумар сказал, он сказал что-то очень замечательное тебе. Appreciating the fact that you carried that suitcase all the way from the airport. Он был очень благодарен тебе за то, что ты дождался этот чемодан и принес его сюда из аэропорта. Prabhupada said to you. И Прабхупад сказал тебе. So much endeavor in this material world, but when I take you back to Godhead, everything will be easy and sublime. Так было много сложностей в этом материальном мире, но когда я заберу тебя назад в духовный мир, все будет просто и возвышено. And those were and will always be the most beautiful words that I have ever heard. И это будут самые удивительные, замечательные слова, которые кто-либо до меня произнес. So much endeavor in this world, when I take you back to Godhead, everything will be easy. Так много сложностей и трудностей в этом материальном мире, но когда я заберу тебя назад в духовный мир, все будет просто и возвышено. Как вы думаете, это хорошее благословение? I didn't deserve that, just carrying a suitcase from a London airport with Prabhupada's very kind. Я, конечно же, не заслужил его, просто неся этот чемодан из аэропорта, но Прабхупад, он был очень добр ко мне. So myself and a friend, we were supposed to leave London quickly and go to France to help a preaching center that had just begun in Paris. И я и мои друзья должны были уехать для того, чтобы открыть один проповеднический центр во Франции. And I was a little nervous because, well, I'm going to a foreign country to preach Krishna consciousness, but I don't speak the language. Я немного нервничал, потому что мы должны были поехать в зарубежную страну, но при этом я не говорил и проповедовать там, но я не говорил на их языке. Imagine if your spiritual master ordered you to go to Zambia in Africa and open a preaching center and you didn't speak Zambian. Например, представьте просто, что ваш духовный учитель попросил вас поехать проповедовать в Зимбабве в Африке. But we should never hesitate because Prabhupada has said, along with the instruction of the spiritual master, comes the ability to execute. Но вы никогда не должны сомневаться, потому что вместе с наставлениями духовного учителя приходит возможность и энергия следовать им и совершить это. And the spiritual master will never give you an instruction he feels that you can't fulfill. So don't be afraid. И духовный учитель никогда не даст вам наставлений, которых вы не можете выполнить, поэтому никогда не бойтесь. Но я думаю, что Шрила Прабхупада чувствовал, что я немного нервничаю, поэтому он позвал меня к себе в офис. So the morning that we were leaving, he called me in and he was sitting behind a low desk and I came in and paid my obeisances, and again I was very nervous. Утром перед нашим отъездом он позвал нас к себе. Он сидел за невысоким столом, и войдя внутрь, я принес свои поклоны. And I was secretly hoping, or wishing, or praying that Prabhupada would give me like a personal instruction. И втайне я мечтал, надеялся и молился о том, что Шрила Прабхупада даст мне личное наставление. We have many general instructions from Shri Prabhupada that are applicable to all of us in his books. У нас у всех есть общее наставление, которое давал Шрила Прабхупада в своих книгах. But I remember how Prabhupada received a personal instruction from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that if you ever get money, print books and preach this Krishna conscious movement in the English speaking. So just those two or three instructions from his spiritual master, Prabhupada based his whole life on fulfilling those instructions. And he was more than successful. И, ну, я помнил, каким образом Шрила Прабхупада сам получил наставление от своего духовного учителя Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Их не было много, но однажды он ему сказал, что когда у тебя появятся деньги, обязательно печатай книги. И, пожалуйста, проповедуй на английском языке иностранным. Thinking like that, how are we going to bow? It never happened. И он был достаточно успешен в этом, но думая о себе, я подумал, что такого со мной никогда не случится. Prabhupada doesn't even know me. How is he going to give me personal instruction? Потому что Прабхупада даже не знает, кто я такой есть и как он сможет дать мне личное наставление. So then Prabhupada said, "So you're going to France?" He said, "Do you speak French?" I said, "No." No, I told him. When he changed his mind, send me back to America. I didn't say that.
И Прабхупада обратился ко мне и сказал, ну так что, ты отправляешься во Францию, ты знаешь французский? Я сказала, нет, и в душе немного была надежда, что узнав, что я не знаю язык, он меня в Америке оставит. Но тогда он, но на самом деле Прабхупада сказал, ну старайся делать как можно лучше. И он сказал, первое, это постарайся сделать преданных. Qualified people will come who can do the services. Потому что если к тебе присоединятся квалифицированные люди, вы можете вместе заниматься служением. And he said to make devotees, you just go out and hire them, they'll be attractive. А преданные придут к тебе, если ты будешь совершать харинама санкиртану на улице. He said you don't have to speak French, you just chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. And you'll see how people. И тебе нет необходимости даже говорить на французском языке, просто воспевай маха-мантру, и люди придут к тебе. Still, you could say I was a little nervous, so I said, I will give you an instruction. You will? Но все еще он видел, он все-таки видел, что я немного не продолжаю нервничать, и тогда он сказал, что не переживай, сейчас дам тебе наставление, и я очень обрадовался, правда? So he paused. Он сделал паузу. And he leaned over the desk. Он наклонился над столом. Looked me in the eye and said, "Preach boldly and always have faith in the holy names." Посмотрел мне прямо в глаза и сказал, "Проповедуй и всегда верь в могущество святого имени." It was like it was written on my heart, etched in my heart. И это все прописано в моем сердце. And I've tried to base my meager existence on fulfilling those instructions to preach fearlessly. Come to Russia in 1988 and help the devotees here to get the movement and other places in the world as well, and to have faith in chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И с тех пор я стараюсь проживать свою жизнь именно таким образом, согласно его наставлениям. Поэтому я стараюсь проповедовать смело. И таким образом, в 1988 году я приехал в Россию, на тот момент коммунистическую. А также я стараюсь обрести и поддерживать веру в Святое Имя, воспевание. So that would be the other tattoo that will never be. И также это могла быть еще одна татуировка, которая никогда не случится. Preach boldly, have faith in the Holy Name. Choose the Prabhupada's hand, the tattoo, and then preach boldly. But I leave the tattoos to Jaraj. Я бы разместил руку в Шрила. Я разместил бы отпечаток на руке Шрила Прабхупады на спине, а на груди бы прописал его наставление, что смело проповедуй и всегда имей веру в святые имена. Но это так и не случится, потому что вопросы татуировок я оставлю своему другу Чатурадме Прабху. Yeah, he's gonna have a peacock feather and he's gonna have Gajendra the elephant. И следующая татуировка у него будет это павлинье перо на руке, на предплечье и Гаджендра, слон Гаджендра на лбу. He's so ecstatic in Krishna consciousness, his hair is always standing on end. И он постоянно в экстазе в своем сознании Кришны, поэтому волосы всегда у него стоят дыбом. Amazing how advanced you are. Удивительно, насколько он возвышен. So then we went to France and we followed Prabhupada's instructions and the rest is history. И после этого мы приехали во Францию, я пытался следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, а все остальное описано в истории. A few years later, we had a very beautiful temple in downtown Paris. И через несколько лет нам удалось открыть очень замечательный храм в пригороде Парижа. So many initiated devotees, I couldn't even remember everybody's name. И появилось большое количество инициированных преданных, и некоторые имена я уже не мог запомнить. So Prabhupada agreed to come to Paris to inspire us. И Шрила Прабхупада согласился приехать во Францию, в Париж, для того, чтобы вдохновить всех нас. И он был готов установить божества Радха Кришны. And he named them a very interesting name. He named them Radha Paras Ishvara,
Krishna's the controller in Paris. И он, она дала им очень интересные имена. Рада Париж Ишвара, то есть Кришна, который контролирует Париж. He said the French girls are very beautiful, so Krishna has come to Paris to find his gopi, Shrimati Radharani. И он прокомментировал, что в Париже очень привлекательные, красивые девушки, поэтому Кришна пришел сюда для того, чтобы найти свою истинную гопи Шримати Радхарани. So the next year he came back again to see them. И потом, через год, он снова приехал для того, чтобы увидеть Божество. Он очень любил Рада Парис Ишвару. И ему очень нравилось, как распространяются книги в французской ятре. So, to prepare for Prabhupada's arrival, we did a marathon. Для того, чтобы подготовить к приезду Прабхупады, мы провели марафон. And the winner of the marathon would have the privilege of washing Srila Prabhupada's feet when he arrived at the temple. И тот, кто выиграл этот марафон, ему давалась такая привилегия. Ему давалось право омыть стопы Шрилы Прабхупады по приезде. Up until that time, I only knew one word in French: oui, oui, oui. И к тому времени мне удалось изучить лишь одно слово по-французски. Оно звучало так: да, да, да. But I immediately went out and bought a book of French in 10 easy lessons. So I could improve my sankirtan to become the winner, so I could wash Prabhupada's feet. But now je parle bon français, oui. Parle tous les mots français, j'ai étudié, j'ai étudié. So I speak French. I wanted to win the marathon. И так как я очень хотел выиграть этот марафон и омыть стопы Шрилы Прабхупады, я начал усиленно учить французский, чтобы увеличить шансы победить в марафоне санкиртаны. So we had 4 months to prepare for Prabhupada's arrival. И у нас было впереди 4 месяца, чтобы подготовиться к приезду Шрилы Прабхупады. So I would get up every morning at 2 o'clock and chant my rounds and go to Mangal Arati. И я на протяжении всего этого времени просыпался в 2 утра, вычитывал свои круги и шел на Mangal Arati. Grab the Mangal sweets. Брал сладости Mangal Arati. Упаковывал их в пакет. Get the previous day garland. И брал гирлянду махапрасадную. Put on my dhoti and kurta and shave my head, and big tilak like that. I'd leave before the sun came up, and I'd go on the underground metro. Я одевал эту прекрасную гирлянду. Я был гладко выбрит на лбу, у меня сияла огромная красивая тилака. Я выходил из храма еще до того, как сходило солнце, и спускался в метро. And I distributed small books all day and up until about 10 o'clock at night, I'd come out, and it would be dark. So it would be dark when I went in, and it was dark when I came out. I did that for 4 months, I didn't see the sun. И я начинала распространять книги, и продолжала все это делать до 10 вечера. После этого я выходила из метро, и было уже темно. Таким образом, заходил в метро, когда не было солнца, и выходил, когда уже не было. Так я не видела солнца на протяжении 4 месяцев. Prabhupada said, preach boldly, so I get into the chariot, the car, and like, ladies and gentlemen, I have an important announcement. My spiritual master is coming to Paris. We're preparing for his arrival, and he's written these wonderful books that will make the French people even more happy. They'll make you smile. Come on, buy one. Прабхупада дал мне наставление смело проповедовать, поэтому я очень смело заходил в кабину метро, трамвай метро этого, и говорил: дамы и господа, минуточку внимания, есть важное объявление. И все замирали, думали, что же произошло. Скоро приедет мой духовный учитель, и сейчас мы готовимся, мы проводим марафон в честь его приезда, и у вас есть возможность уникальная приобрести его книги, которые помогут всем вам быть еще более счастливыми и улыбаться. Monsieur, madame, entendez-vous? Momentum spiritual vient de la Paris, we say vrai. Il vient dans quelques mois. Maintenant, nous avons le livre avec le soulet. S'il vous plaît, prenez un! And my guy said, what language are you speaking, sir? Is that French? Yeah, it's not French, it's Swahili. Я зашел в метро, произнес эту мантру, и на что мне один из мужчин метро сказал: а ты на каком языке ты разговариваешь? Я говорю: ну как на каком, на французском, но больше на свахили похоже. So I did this for 4 months.
И я продолжал заниматься, проводить свое время этот марафон. Четыре месяца, и я ни разу не видел луч солнца. Где-то около полудня я съедал те махапрасадные манго-сладости и немного отдыхал на скамейке. The people of Paris knew me so much, I come on the train. Monsieur, madame! It's okay, buddy. Just come on, get your money. Seriously. It's all right. We've heard the spiel about 20 times, okay? And you're broken French. No, we love you, Americans. Come on, take some money and get out. It's really brilliant. And I won the marathon. I wasn't French, but I won the French marathon. Woohoo! И люди настолько уже меня знали в этом метро, поэтому как только я заходил в метро, в вагон метро, я начинала свою ломаную речь на французском, они мне говорили: так, все, мы это уже раз 20 слышали, сюда иди, мы сейчас тебе сейчас все, деньги отдадим, только не начинай опять. Вот таким образом я, не будучи французом, выиграл французский марафон. So, yeah, I went out a few extra days and I got enough money to buy a beautiful silver bowl. И я собрал достаточно денег во время этого марафона для того, чтобы купить очень замечательную серебряную тарелку. I mean, it was like this big. И она была огромная. And a big pitcher. Pitcher where you pour silver pitcher. И также кувшин. So I brought it back to the temple and my best friend Bhagavati said, it's overdue a little bit. I mean, it's a pretty big bowl and pretty big picture. I mean, Prabhupada's feeling is big and it's big. I said, I have a plan, Baba. You'll be very good friend when I tell you my plan. И когда я пришел во французский храм, то мой лучший друг увидит мою такую огромную покупку, большой такой серебряный таз и кувшин прилагается. Он сказал: слушай, а ты не погорячился? Ну вот стопы Прабхупады, они несколько меньше. Я сказал: ну чего ты не понимаешь, баба, у меня такой план, когда услышишь, будешь очень рад. So he said, what's the plan? I said, I'll tell you the plan, but the thing is, they used to give me them all the sweets, but now the marathon's over. I'm not getting them all the sweets, but I got very attached to them, so I'll let you in on the plan if you steal them all from me every morning. Which he did. И он очень заинтересовался, сказал: ну что за план, расскажи. И я сказала: ну знаешь, во-первых, прежде чем я расскажу тебе план, я должен тебе сказать, что вот до этого я постоянно забирала манго сладости во время марафона. За 4 месяца я к ним очень привязался. А теперь они мне не дают эти манго сладости. Если будешь для меня воровать эти манго сладости и приносить мне, то я расскажу тебе, в чем мой план. So, when he stole it long enough, I had confidence in him, I revealed my plan. И после того, как у меня была полная вера в него, после того, как он уже приносил мне сладости, я раскрыл его план. When Prabhupada came, we would, the two of us, bathe his lotus feet. И план заключался в том, что когда приедет Шрила Прабхупада, мы вдвоем омоем ему стопы. And I showed him, I said, I have taken this key to the office, I've made secretly a second key to this office. What we will do in the middle of the kirtan, we'll take that water up into the office, go inside, lock the door, and drink all that chandramita ourselves. He said, how can we drink so much? I said, Prabhupada said that impossible is the word in a fool's dictionary. Я поделился с ним, что смотри, вот у меня ключ. Я специально дополнительно снял копию с кабинета, с ключа от кабинета. И когда все будут петь киртан, мы возьмем все, что осталось, вся чаринамрита, зайдем в этот кабинет, закроемся изнутри и выпьем вдвоем с тобой всю чаринамриту. На что мой друг сказал: слушай, а как мы так много-то выпьем? На что я сказал, что... Но Прабхупада говорил, что невозможно, это слово, которое есть только в словаре дураков. So he said, this is a little risky plan. He said, how's it going to work? I said, we're going to be really fast. Он сказал, что ну вообще рискованный план у тебя. Я ему сказал, что ну мы очень быстро все совершим. I said, don't you tell anyone our plan. Но я предупредил его, чтобы никому о таком плане не рассказывал. So a few weeks later, Prabhupada came. He arrived in И через несколько недель приехал Шрила Прабхупада, он прибыл в Париж. We picked him up at the airport and we drove him
to the temple, and then, you know, in the closet, I had locked the closet, everything ready. I had the pitcher, I had, you know, rose petals in there, and rose water, and it was beautiful, and it was shiny. And then Prabhupada came and he sat on the Vyasasana. And when the spiritual master comes, then you greet him by some sweet words or garland, and you wash his feet. И на тот момент мы встретили Шрилу Прабхупаду и привезли его к нам в храм. У меня в отдельной комнате уже была приготовлена розовая вода, лепестки, кувшин и тазик для омовения. И такова традиция, что когда приезжает ваш духовный учитель, вы встречаете его приветственными добрыми словами, проводите крясасани, и после этого омываете его стопы. The 300 devotees, and I took Prabhupada's lotus feet, and took this and that, and the Bhagavan said, pour the water, and massage Prabhupada's feet, making sure not one drop goes out of them. You know, temple presence, and he said, enough's enough. I said, no. You don't understand. The dust, the water, and the food, okay? We'll share this, right? И в алтарной ревел киртан, там успевали 300 преданных все вместе, они пели курваштуку. И в этот момент я подошел к Шриле Прабхупаде, взял его лотосные стопы и начал очень аккуратно омывать, массажировать их, внимательно следя за тем, чтобы ни одна капелька не упала и не пропала. Я омывал их снова и снова, ко мне уже подошел президент храма и говорит, слушай, ну достаточно, наверное. Я ему сказала, что нет, я чувствую недостаточно. Ты что, не знаешь? Запомни. Пыль и вода и остатки еды. И вообще, если что, поделюсь. He said, really? I said, yeah, 50-50. И он сказал, что правда? Я сказал, да, 50 на 50. I said, keep pouring, okay, keep pouring. Давай, давай, It's like, you know, 45 minutes. The kirtan leader was getting exhausted. So I touched Prabhupada's feet. And I said to my friend, now, go! And we both picked that. We made a little kind of an impromptu pop, top for the thing. Stop, go! And when no one was looking, temple president, it was so he was kind of nodding out. We ran through the devotees, up the stairs, and opened the door, and the brahmacharis figured it out. And they were running behind us. Hey, where are you going with Charnamita? Oh, nowhere. Where are you going? None of your business. We're getting off, locked the door. Boom, 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 boom. They all fell against the door. I fell outside. Тут я командовал своему лучшему другу, говорю, так, все, стоп, уходим. И он схватил тазик с чаринамритой и стал убегать вверх на лестнице. Мы воспользовались тем моментом, когда президент храма немного вздремнул, он не заметил нас, но за нами гнались несколько брамачариев, которые прознали, что мы уводим у них чаринамриту. Мы зашли в кабинет, тут же закрылись, в дверь начали стучаться, но они уже ничего не могли сделать. So then they're all pounding on the boom, boom, boom. I turned to my friend and said, do you hear something? He said, no. I thought I heard a little something. He said, the door's going like, I didn't hear anything. He said, so? So I pulled two silver cups. He said, where'd you get those? I said, I did a little more sagatam. И в этот момент двери уже сносились с петель, был жуткий грохот. И я, повернувшись к своему другу, сказал, ты что-то слышишь? Какой-то шум? Он сказал, да нет, ничего вообще не замечаю. В тот момент я уже достал на два серебряных больших кувшина. И он удивленно спросил, а этот-то у тебя откуда? Ну я сказала, ну, санкиртана у меня удалась. He said, silver? Он сказал, что, правда, серебряные? Oh, this is one of the most important moments of our life. Look what we're dealing with. It matches the occasion, right? So, all right, let's go. И
И я ему сказал, он удивился, что это серебро чистое. Я сказал, папа, ну ты что, не понимаешь, это самое важное событие в нашей жизни. Это должно соответствовать посуде, из которой мы пьем. So he reached in with his cup, that shone and rings, and he poured into my cup, and I drink, and then I pour it, and back and forth. And we looked about 9 months. Мы начали разливать друг другу чаринамри, то он наливал мне своего кувшина, зачерпывая, потом я зачерпывала, наливал ему. И мы все выпили. По итогу мы выглядели как беременная женщина на 9 месяце. We broke the Guinness Book of Records of how much liquid a human being can absorb. Мы, по-моему, побили рекорд по тому количеству жидкости, которое живое человеческое существо может выпить. Oh boy. And you know, I remember at the end there was one drop left. Я помню, как все это закончилось. Была еще одна капля. My friend had a little letter opener, and he split the drop in half. So we got to take full advantage of this moment. We're going to make it back to God. And his was bigger than mine. So we had an argument. Like a 10-minute, we want another one. That's all right, Jake. And he wasn't looking. I ate all the drop. И так как мы хотели полностью воспользоваться этим моментом, потому что нам нужно было очень сильно назад вернуться домой к Богу, мы решили разделить эту каплю. Он разделил эту каплю, но части были неравные. Поэтому мы еще 10 минут пререкались, кому же достанется большая часть этой капли. Ну, в конце я сказала, ну ладно, давай, пей вот большую часть. Он отвернулся, я тут же слезала эту каплю. So by that time the temple president had found his key, which I had hidden. Но на тот момент президент храма обнаружил тот ключ, который я спрятал. There's 20 brahmacharis pounding it. We want the nectar! We want the nectar! So he opened the door, and they all kind of piled in. Where's the nectar? What are you speaking about? The chandelier! Oh! You know, it makes a noise, like ding, ding, ding. Oh, it was so good, Prabhu. В тот момент двери уже ломились, и опять же эти брамачари, президент общины открыл дверь, все брамачари ввалились и обнаружили нас, сидящими на полу, с полными животами чаринамриты, и спросили, где нектар? Мы так похлопывали себя по полному животу и говорили, что нектар, он внутри уже. Как же мне было хорошо в тот момент. So these are some of the nectarian pastimes that we have in service to Guru and Guru. И таковы были наши нектарные лилы, которые происходили во время нашего служения Гуру и Гуранге. That night, Śrīla Prabhupāda was in his room. He would get up like around midnight and he would start translating his books around 1 o'clock in the morning. И на тот момент Śrīla Prabhupāda был уже в своей комнате. Его традиция была такова, что он просыпался где-то в полночь и к часу он уже начинал переводить свои книги. So I always had a desire to see that pastime. И мне всегда очень хотелось увидеть, как это происходит. One time Prabhupada said his purports in the books were his ecstasies. Потому что однажды Шрила Прабхупада сказал, что его комментарии — это олицетворение его экстаза. And he said, if you want to know me, he said, read my books, read my purports. И он сказал, что если вы хотите по-настоящему узнать меня, читайте мои книги, читайте мои комментарии. So I wanted to witness that history. Я хотела стать свидетелем той истории. So I set my alarm clock for 1 o'clock in the morning. И я завел будильник на час утра. Where I was staying was not far from Prabhupada's room. И та комната, в которой я был, она находилась недалеко от комнаты Шрилы Прабхупады. So I got up and I showered and I came in. His door was a little bit open and there was a strong light and Prabhupada was speaking on his dictaphone. И я поднялся, омылся, подошел к двери Шрилы Прабхупады, она была приоткрыта, и я мог различить голос Шрилы Прабхупады, который надиктовывал перевод на диктофон. So to see better, I pushed the door open and I just, hi, I'm gonna kind of look in. And Prabhupada looked up, Я подошел к двери и попытался ее немножко шире открыть, для того, чтобы увидеть Шрилу Прабхупаду. И дверь скрипнула, Шрила Прабхупада резко обернулся, и я постарался спрятаться за дверью. So then I waited
И потом я заглянул вновь, он повернулся и снова исчез. В следующий раз, когда уже заглядывал, Шрила Прабхупада внимательно посмотрел на меня и ждал. He said, "All right, come on in." И сказал, ну ладно, давай заходи. Like, я подумал, что? Come. Проходи. Sit. Садись. So he was allowing me the opportunity to fulfill that desire to watch him engage in that historic activity. He just started, and then he started dictating. И таким образом он позволил мне удовлетворить то внутреннее желание, которое было во мне. Я сидел там, а он продолжил перевод, надиктовывая его. When I was such a foolish, neophyte disciple, I started nodding off to sleep. Ну, так как я был начинающим преданным, то я начал постепенно засыпать. Because it wasn't often you get up at 1 o'clock in the morning. Потому что это не было привычным для меня просыпаться в час утра. I said, "All right." He said, "Take one," and there was a jar of simply wonderful. И тогда Шрила Прабхупада разбудил меня и сказал: "Так, хорошо, давай." И угостил меня. У него там была такая чаша с маленькими сладостями, которые называются просто чудо. So I hesitated. So then he took his lotus hand, took a simply, and put my head. Eat. И я немножко замешкался, поэтому он взял этот шарик и сам дал его мне, сказав: "Съешь." I didn't chew it, I just swallowed it. И потом я даже не жевал, а просто проглотил. Он said, "That's enough. Just go take a rest." Он сказал: "Ну все, с тебя достаточно, иди отдыхай." So I got in the water and I got the food and the dust. Another time I was able to put Prabhupada's shoes on his feet. Таким образом мне дали махапрасад, у меня было время, когда я воды со стоп добыл, а также у меня была история, когда я обувал Шрилу Прабхупаду. Наверняка лишь из-за этого я все еще здесь, потому что я был удостоен этой милости. One last pastime, because I know hearing all these prasadam pastimes, you're probably really hungry. И еще одна лифа, игру, которую я хочу вам рассказать. Конечно же, я понимаю, что когда вы слушаете историю про просад, вы испытываете еще больше голод. А просад у вас в 5. The next morning, Prabhupada came downstairs and he was going to give Shrimad Bhagavatam class. А в следующий раз Шрила Прабхупада пришел в тот момент, когда был класс по Шримад Бхагаватам. So he sat in the Vyasasana and I sat in front. Он должен был дать класс по Шримад Бхагавате. Я сел впереди него. He took the cartels, and you'll see in the videos in his own unique way how he would, you know, no one could imitate it. His fingers would just. He's looking at Radha Parameshwara. Jai Radha Madhava, Gunya Bihari, Gopi Dhanavalava, Girivadadadi. Gopi, and he stopped. И я сидела прямо перед Шрилой Прабхупадой. Вы, наверное, наверняка видели запись, как аккуратно он играл и красиво он играл на караталах. Я смотрел на его руки, а он в тот момент смотрел на божеств и пел баджан. И когда он дошел до слов Гопи, он остановился. And then he was shaking like this. И по его тело стало дрожать. And in my neophyte state, I was thinking, "Oh, he's having a stroke." И так как я был начинающим преданным, я подумал, что у него приступ. But then the tears started coming from his eyes. They were kind of jettisoning out like that. They kind of went like that. I've never seen that before. Usually tears just flow like this. They are going out like that and making his uttari, his top piece, wet. He was experiencing the 8 symptoms of ecstatic. И после этого я увидел, как из его глаз брызгали слезы, потому что я никогда такого удивительного зрелища не видел. Обычно слезы, они текут по щекам, а из его глаз они брызгали. Таким образом, я не понимал, но на тот момент, что Прабхупада испытывал одно из 8 экстатических состояний. Very rare. Ever Prabhupada would do that because people would misunderstand.
И Шрила Прабхупада очень редко демонстрировала такие симптомы, потому что многие люди не поняли бы этого. But like Jesus said, my cup runneth over with love. Но, как говорил Христос, моя чаша переполнилась любовью. Sometimes the material body cannot withstand the deep spiritual emotions and its turbulence. Like that. It happened several times during Prabhupada's life. And I was sitting there thinking, wow, I'm watching the ecstatic symptoms of the eternal resident of Vrindavan in his love for Radha Krishna. Но иногда материальное тело не справляется с интенсивностью духовных переживаний и эмоций, и такие состояния неизбежны. И я сидел там, смотрел, созерцал их и думал, мне несказанно повезло, что я вижу эти симптомы у своего духовного учителя. И это продолжалось долго. Одновременно с этим Шрил Прабхупада созерцал божества. If there's any moment in my devotional career which fully convinced me about the process of Krishna consciousness, the goal that I want to attain, it was that moment when I saw Srila Prabhupada in ecstasy. After that, I had no doubts. And I wanted to just dedicate my life to him 100% to the day I die. И я иногда делюсь этим сокровенным со своими друзьями и говорю им о том, что если и было какое-то событие в моей жизни, которое полностью убедила меня в правильности этого пути и в квалификации моего духовного учителя, то это именно это событие. И благодаря этому я готов был посвятить полностью ему свою жизнь. As attractive as what we witnessed that day, that morning. И я не чтобы не возымело на меня такой эффект, ни миллионы рождений, никакие события, как эти три минуты моего созерцания той премы, которая лилась из моего духовного учителя. And as Prabhupada was kind of coming out of it, and he said, "All right, chant Hare Krishna," I was thinking, "I am so fortunate to be his servant." И когда Шрила Прабхупада вернулся во внешнее сознание, он сказал, «Хорошо, повторяйте Хари Кришна». В тот момент я понял, насколько я удачлив, что я могу служить Ему. И я не хочу ничего большего. Я просто хочу вечно быть Его слугой. And you have the same position, because you're His spiritual grandchildren. And Prabhupada said one time, grandfather is often more kind than the father. И вы являетесь, вы находитесь на той же позиции, потому что, как сказал однажды Шрила Прабхупада, что дедушка гораздо более мягок к своим внукам, чем к детям. And that's the beauty of this Guru Parampara, that the mercy of all these great souls is open to us through the process of Parinama initiation, initiation to the chanting of the Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И таково могущество влияния Гуру Парампары, благословение которой мы можем получить благодаря инициации. Sometimes devotees may think. Sometimes devotees think, oh, I miss you, Prabhupada, I won't be able to get that mercy. Being initiated into the Sampradaya, you have the mercy of all the great acharyas in this line, all the way back to the Adiguru Krishna himself. И иногда преданные сожалеют и говорят, что мне жаль, что я не был в те времена и не получил общения и милости Шрилы Прабхупады. Но это неверно, потому что получая инициацию, вы получаете милость всех гуру в парампаре, доходя до изначального гуру, Адигуру Кришны. Let's say there's an electric line, a line of electricity going across this world. Например, здесь в нашей алтарной проложен электрический провод. The origin is the powerhouse over there. И там есть щиток, который запитывает этот провод. The line goes all the way to the other side and lights up that lamp. И линия провода электрического проходит, например, до конца алтарной, и там горит лампочка. Is that electricity any less powerful 1 inch away from the lamp? И меньше ли электричество
в начале этой линии либо в конце. Anywhere you touch, anywhere you link up to that line, you get the full potency of the line all the way to the powerhouse. Где бы вы ни присоединились к электрическому проводу, вы получите полный заряд электричества. So this disciplic succession, which comes from Krishna, has come down for at least 5,000 years. It's not weak now. It's as powerful as it was 5,000 years ago. You take initiation into this sampradaya, you get the full mercy of all these acharyas and the Lord Himself. Everyone has equal opportunity to go back home back to God. И эта линия ученической преемственности за 5000 лет не стала менее могущественной, потому что изначально она берет свое начало от Господа Кришны. Поэтому, когда бы вы ни получили инициацию, вы получите равнозначные права и все благословения, и каждый из вас может вернуться назад домой к Кришне. And how do you remain connected to that electrical wire, how do you remain connected to the Guru Parampara? By promising to chant your 16 rounds every day. Это обещание, что вы будете повторять свои 16 кругов каждый день. And follow the four regulative principles. И будете следовать четырем регулирующим принципам. It's a little austere. Это немного аскетично. What are the benefits? Но каково преимущество? All the karmic reactions, either accumulated in millions of lives, chaito darpan and marginal, they're washed away. Все кармические реакции, которые вы собрали в своем сердце на протяжении миллиардов рождений, смоются и исчезнут из вашего сердца. All those material desires, which cause the sinful reactions, they're cast away to a far distant place. И все материальные желания, которые доставляют беспокойство, покинут вас. And by watering the seed of love of Godhead that is there in your heart, eventually you develop Krishna Prema. And that Krishna Prema qualifies you to go back to the spiritual world that Krishna says in the Gita, having once gone there, you never come back. И преданное служение будет поливать это семечко бхакти, которое растет у вас в сердце, таким образом помогая вам вернуться назад в духовный мир. А Кришна обещает, что если вы однажды туда вернулись, то вы больше никогда сюда не придете. That's not too much to pay for going back home, back to God. A little austere. Four regulative principles. And it's so nice to chant every day. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. И это не многим вы платите, возможно, это аскетично, но это того стоит. И на самом деле это очень замечательно, каждый день повторять Харе Кришна. So today we have two young ladies who are officially entering into the Sri Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. И сегодня у нас две юные девушки вступают, становятся официально принимаются в Брахма Гаудия Мадхва Вайшнавскую Сампрадаю. You know them as well as I do. И вы знаете их не хуже меня. Елена and Anna. Елена и Анна. Please stand up, girls, and we'll give you a big round of applause. Пожалуйста, поднимитесь, мы поаплодируем. This is actually the most important day in their lives since they left the spiritual. На самом деле это самый важный день в их жизни с того момента, как они оставили духовный мир. Брахманда Брахмати Конья Бхагаванджи, Гуру Кришна Прасад, Пай Бхакти Лад Бидж. Кавирас Госвами describes that since we left that celestial abode, we've been transmigrating from one universe to the next, from one species of life to the next, to one body. Yuck. И с тех пор, как мы покинули божественную обитель, мы путешествуем из вселенной во вселенную, из одного тела в другое, все это очень плохо. Millions and millions and millions of lives. И на это мы потратили миллионы и миллионы жизней. But by the mercy of the Lord, who knows our hearts, there's divine intervention. Но по милости Господа, который точно знает, что хочет наше сердце, есть божественное вмешательство. Guru Krishna Prasad, Bhai Bhakti Lad Bij. Either Krishna or more often than not the spiritual master will intervene. Stop this nonsense. Go back home, back to God. Yes, sir. How do I do? Chant. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. И как правило, Krishna.
Кришна в образе духовного учителя вмешивается в жизнь живого существа и говорит: остановись, а сейчас просто возвращайся в духовный мир благодаря тому, что начни воспевать маха-мантру. So this is a happy day. И сегодня очень счастливый день. This is the turning point in their existence. Это поворотная точка их существования. This is like falling from the spiritual world. Вы падали из духовного мира. Guru Krishna Prasad, Hare Krishna. So what's that? It's a big smile. Посмотрите, что я для вас нарисовал. Это большая улыбочка. Вот так падали. Oh, Gurudev. Like Jagannath has a big smile. Так же как Господь Джаганнатх, у него очень большая улыбка. And we're very happy to be giving this initiation in the assembly of so many wonderful Vaishnavas. И мы так счастливы инициировать вас в присутствии такого большого количества замечательных вайшнавов и вайшнави. Because our success in Krishna consciousness is dependent upon three things: Hari, Guru, and Vaishnava. Потому что наш успех в сознании Кришны зависит от Хари, Гуру и Вайшнава. We need the mercy of Krishna. Мы однозначно нуждаемся в милости Кришны. We need the mercy of the spiritual master. Духовного учителя. But just as important is the mercy of the Vaishnavas. Но также очень важна милость Вайшнава. Because just as we depend upon the spiritual master to understand Krishna, we depend upon the mercy of the devotees to understand our spiritual master who follows instructions. Just as we require the mercy of Srila Prabhupada to understand Krishna, we require the mercy of the Vaishnavas to understand the glories of our spiritual master. Так же как мы нуждаемся в милости Шрилы Прабхупады, чтобы понять славу Кришны, так же мы нуждаемся в Вайшнавах для того, чтобы понять славу духовного учителя. Each one of those personalities, Krishna, the Guru, and the devotees, are critical, essential to our advancement in Krishna consciousness. Каждая из этих личностей — это Кришна, Гуру и Вайшнавы. Они очень необходимы для нашего духовного прогресса. One time Prabhupada said, anyone who thinks they can become Krishna conscious outside the association of devotees is living in a dream. Те, кто думают о том, что они могут обрести сознание Кришны вне общества преданных, находятся в иллюзии, сказал Шрила Прабхупада. So this is the beauty of the Vladivostok Yatra. И об этом красота ядра Владивостока. How beautiful are your Jagannath deities! Oh my gosh! Какие красивые у вас божества Джаганатхи! They have that little white part in the eye, so they haven't seen anywhere else. It just brings out the beauty of their eyes. Я никогда не видел, что так красиво украшали вокруг глаз белым сверкающим чем-то. And Balaram's blue tilak. Wow! Whose idea was that? А кто додумался такую прекрасную тилаку Балараме поставить голубого цвета? And Jagannath is Patit Pavana. He's the deliverer of the most fallen. So you've got every chance to make it. These deities. А Джаганнатх является Патита Павана. Он спасает всех самых падших, поэтому у вас есть все возможности получить освобождение. Then you have Gaura Thai, and we understand from scripture that Lord Chaitanya is even more merciful than Krishna. И также у вас есть божества Гаура Нитай. В шастрах говорится, что Господь Гуранга более милостив даже, чем Кришна. And you have the most merciful representative of Lord Chaitanya ever to appear on this earth. Srila Prabhupada. А также у вас есть самый милостивый представитель Господа Читания, который когда-либо являлся на этой планете, это Шрила Прабхупада. You each have your chosen spiritual masters to place you at the feet of Prabhupada. Prabhupada's name means at whose feet all the masters sit. So your guru will take you to Prabhupada's lotus feet. Everyone in this room should achieve perfection in this one lifetime, isn't it, Tara? И у каждого из вас есть свой гуру, который приведет вас к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, потому что Шрила Прабхупада — это тот, у лотосных стоп которого собраны все гуру. Поэтому ни у кого из вас нет никакого оправдания не вернуться назад в духовный мир. So we're not having a big fire yagya, spa, that will come later than you have anyone. И сегодня у нас не будет большого огненного жертвоприношения, но вы пройдете его как в следующий раз, когда оно будет. But what we have here is something even more important. We have love of the Lord, love of our founder Acharya, love of your spiritual master, and love of the Vaishnavas to inspire you to, in this one lifetime, go back home and
Но у вас есть больше, чем огненное жертвоприношение. У вас есть любовь к Кришне, Шрила Прабхупады, духовного учителя, а также всех вайшнавов, которые благословляют вас за одну жизнь вернуться назад домой к Богу. So we're going to ask these girls to come forward one at a time. И мы попросим этих девушек подойти вперед, одна за другой. Ivana got permission from the temple council, regional secretary, to take her initiation today at my request. И сегодня Бахтин Анна получила разрешение от совета получить инициацию. Это была моя личная просьба, обращение к ним. You have very good managers here. I'm very impressed with the management and the team that's overseeing all of you. Мне сегодня очень понравилась ваша команда менеджеров, которые присматривают за вами, руководят. Obviously, none of this could go on without good management. Потому что ни один проект не процветает без хорошей команды. So, Anna, what are the four rules and regulations that you promised to follow for the rest of your life, and how many rounds of this blissful nectarian maha mantra will you chant every day for the rest of your life? Дорогой Шрила Гурудев, я обещаю до конца своих дней с этого момента следовать четырем регулирующим принципам: не употреблять никаких интоксикаций, не заниматься никаким незаконным сексом, не участвовать ни в каких азартных играх и также не употреблять в пищу продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба, яйца. И я обещаю до конца своих дней читать на четках 16 кругов Хари Кришна Махамантры, стараясь очень быть внимательной. Спасибо вам за возможность быть вашей ученицей. And no more raw food diet. And no more raw food diet. Anya, we're very happy to accept you as our duly initiated disciple. Аня, мы очень счастливы принять тебя вновь посвятить ученице. As you have taken your vows very seriously, you also take a vow as your spiritual master, because love is something reciprocal. И так как ты очень серьезно относишься к своим обетам, которые сдаешь духовному учителю, также духовный учитель очень серьезен по отношению к тебе, потому что любовь, она всегда взаимна. So we also promise to take you to the lotus feet of our spiritual master. И мы обещаем тебе, что приведем тебя к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, по милости которого мы получим наставление, каким образом вернуться назад в духовный мир. Every step is a dance. Там, где каждый шаг является танцем, каждое слово является песней, а фестиваль Хари Кришна каждый день. One time Prabhupada said, we will have our ISKCON in the spiritual. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что на Голоке у нас будет свой искон. So as I promised all my disciples, I will not rest till you're back in the lotus И я обещаю тебе, как обещаю всем своим ученикам, что я не успокоюсь и не буду отдыхать, пока все мои ученики не вернутся на Голоку. Okay. И я даю тебе имя, связанное со Шримати Радхарани. She's Krishna's most beloved because she has the greatest bhav or love for Krishna. Она является первой, самой возлюбленной Кришны, потому что обладает самым сильным бхавой. She has that ras, that devotion for Krishna. So she's the queen of rasa. Она обладает преданностью или расой по отношению с Кришной, и она является царицей расы. So from this day forth, с этого дня you should be known as тебя будут называть Rasarani. Hare Krishna.
Vasurani Devi. Это твое имя тут написано. Vasurani Devi Dasi. И скажите, сколько кругов этой мантры, которая освобождает нас и возвращает нас в духовный мир, на Вайкунху, которая отпугивает какие-либо беспокойства. Дорогой Шрила Гурудев, я даю обет, что с этого дня я не буду употреблять мясо, рыбу, яйца, также не буду заниматься никаким незаконным сексом, не буду употреблять никаких интоксикаций и играть в азартные игры. И также обещаю, что ежедневно я буду на четко читать 16 кругов до самого последнего дня моей жизни. These are the do's and the don'ts. Это то, что вы делаете, чего не делаете, перечисляете. That make up the process. Это в этом заключается процесс познания Кришны. The do's are chant. И то, что нужно делать, нужно воспевать. The don'ts you mentioned, don't do this, this, and this. This is the process. А то, что не нужно, это то, что мы не делаем. В этом заключается наш процесс. And if you just follow your vows very seriously, Krishna will reciprocate. Если ты будешь просто очень серьезно, строго следовать своим обетам, то Кришна ответит тебе. И Прабхупада однажды сказал, что как только ты делаешь один шаг навстречу Кришне, Кришна в ответ делает 1000 шагов навстречу тебе. Chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and taking the shot. И на самом деле нам очень легко следовать всем этим принципам, потому что мы обладаем высшим вкусом, который рождается у нас благодаря воспеванию и вкушению прасада. So we're very happy today to accept you as our duly initiated disciple. И мы очень счастливы сегодня, что принимаем тебя в ученицы. Now you have someone watching after you. И теперь у тебя появился тот, кто за тобой присмотрит. Chastising you when you're not doing well and blessing you when you do well. Тот, который будет ругать тебя, когда ты будешь что-то неправильно делать, и благословлять тогда, когда ты что-то хорошее делаешь. Тот, кто будет вдохновлять тебя, несмотря на то, что будет далеко от тебя. Just like the turtle, she comes and lays her eggs in the sand on the beach, but she swims 2 or 3 kilometers out in the water, and she meditates on those eggs hatching, and they do. Но так же, как черепаха, она откладывает свои яйца на берегу, на песке, и после этого уплывает, как правило, на несколько километров, и оттуда медитирует для того, чтобы ее яйца созрели и вылупились маленькие черепашки. So even though our spiritual master, he may be some great distance away, or time is separating us, actually there's no question of separation. И на самом деле, даже если духовный учитель доходит очень далеко от нас, то не может быть и речи о том, что мы разлучены с духовным учителем. Even my spiritual master passed away 40 years ago, I still feel a strong connection with him, because it's a transcendental relationship. И несмотря на то, что мой духовный учитель оставил этот мир более 40 лет тому назад, я не чувствую того, что мы разлучены, потому что наша связь трансцендентна и вечна. One time I wrote a letter to Prabhupada, and I finished the letter by saying I'm missing him.
Однажды я написал письмо Шриле Прабхупаде, закончив его тем, что я написал, что я скучаю по вам. И Прабхупад написал мне, ответив, что я понимаю твои чувства разлуки. Я тоже постоянно чувствую разлуку со своим духовным учителем, но также я чувствую, что он всегда присматривает за мной. But I'll try my best to come back to Vladivostok as often as I can. Я постараюсь возвращаться сюда, в Владивосток, как можно чаще. And now I have so many wonderful disciples. My vow is to take you to Prabhupada's lotus feet. Prabhupada means the master at whose feet all little masters sit. И я обещаю тебе, что я приведу тебя к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада — это тот, у стоп которого собраны все другие духовные учителя. And I won't give up, I won't rest until you're doing your seva in Goloka Vrindavan in a grove to Radha Krishna. Or the coward boys will see. Я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу тебя, совершающий свое служение в рощах Вриндавана, божественной чите, ну, либо же твою форму мальчика-пастушка. Посмотрим позже. Giving you a really beautiful name, as beautiful as Rasharani. И я даю тебе очень красивое имя, такое же красивое, как имя Радхарани. But Amari people will tell you in Tairatma that I spent many hours like trying to come up with the right names. И Падахари Прабху, Читратма Прабху подтвердят, что я провожу многие часы, стараясь подобрать очень правильное, подходящее имя для своих учеников. So this is the name of Radha. И это имя также принадлежит имя Радхарани. У нас мы очень счастливы, что у Радхарани есть тысячи имен. Но это имя особенно прекрасно. И оно означает «та, кто дарует сладчайший даршан». From this day forth you should be known as с этого дня тебя будут называть Priya Darshini Devi Das. Priya means dear in darshan, you know, so darshini, Priya Darshini. И прия означает дорогая, а даршни означает даршин. Шри Шри Гаурани Тай Ки. Джаганаштабада Баладева Ки. Шри Рамабхавари Ки. Гаур Бхактивинда Ки. Харивастак Ятра Ки. Рашан Ятра Ки. Worldwide Искан Ки. Искан in the spiritual sky Ки. Come back to Godhead King. Дорогие преданные, сейчас мы сделаем групповую фотографию на балконе. По просьбе руководства храма. Поэтому попросим всех постепенно выходить на балкон. И мы сфотографируем всех со стороны моря, когда, чтобы все видели. И небольшое видео, чтобы все могли помахать рукой. Мы сделаем это с помощью дрона, так что не волнуйтесь. Секунду. Дорогие преданные, еще одно маленькое объявление. Кому понравилась история, которую рассказывал Гуру Махарадж? Все истории. Вот 1001 история собраны в книгах, которые лежат на том столе. Я прошу вас каждого купить себе по книге, если у вас нету, потому что эти книги очень вдохновляют, и эти книги очень дороги моему духовному учителю. Дорогие друзья, это был это очень важно для него. Сегодня последний день, когда его здесь, здесь находится в нашем городе, но еще будет целый месяц тура, поэтому, пожалуйста, следите за новостями, фотографии.